Зеленый, цветущий, да просто самый лучший, уверены участники второго конкурса фотографии от телерадиокомпании «Вектор». Среди почти 500 работ горожане выбрали три лучших. Их авторам уже по традиции подарки от главы города Андрея Гаранина. Мне нравится, как наш город цветет. И лишний раз в Инстаграме, ВКонтакте показываю своим родным, которых здесь нет. Они только у меня на земле. И им всегда интересно посмотреть наш город. В этот город я приехала в 2019 году с супругом. Получается, приехала зимой. В городе было очень красиво. Очень было много елок новогодних, красивых, украшенных городков ледяных. Город мне понравился с первого взгляда. Настолько красивых мест. Ну и больше всего мне нравится храм. Не знаю почему, но меня вот тянет к нему. В любви к Губкинскому признавались не только с помощью объективов камер. Более 50 работ соревновались за звание губкинского сувенира. Идеальный губкинский сувенир, он должен быть небольшой, изящный и такой, который можно подарить своему другу, например. Участники от мала до велика. Работы от миниатюрных до масштабных. Вдохновение искали в родном городе. Мы вырезали разные детальки и клеили их на матрешку. У нас была поделка, сделанная из дерева, как дом. Ну, губкинский наш дом. И сделали из природного материала, потому что вокруг нас лес. Пошли, собрали, да, пошли все в лес, вместе. Собрали весь природный материал и решили белочку, потому что белочки у нас сейчас тоже очень частые гости, как в нашем сквере Никольском, и вот как символ тоже губкинского. Папа у нас сделал дом, мы с Мирославой собрали природный материал и лепили вместе, да? Кого лепил? Белочка. Я хочу сказать, что если не подавляющее большинство, то все-таки многие жители города, они испытывают именно любовь к тому месту, где они живут. И очень здорово, что есть возможность выразить эту любовь как раз-таки через творчество. Все поделки, все работы, они просто замечательные, потому что в каждом какая-то идея, какая-то оригинальная задумка. В большинстве случаев и исполнение еще шикарное. Всем участникам дипломы и губкинские сувениры. На этот раз производство телерадиокомпании. Это уникальные раскраски с городскими пейзажами. А победителям сертификаты в магазин «Юбилейный» и музей «Освоение Севера». Зинаида Исаева, Илья Квасов. Новости Губкинского.